я уже вижу, что у нас уже вечер, я не понимаю, то есть, чего это ты там... Хорошо, а сколько мне нужно? Ты если... Да, и ты понимаешь, что ты если ночью там что-то там, допустим, не спишь, у тебя потом следующий день половина прилетает, ты же да. Так вот из-за того, что интернет у меня был, я скидывал, у меня все пролетало, я поэтому... Ну, а во сколько мне лучше быть в интернете, когда ты будешь? Ну, хотя бы, чтобы у нас там время, ну, хотя бы с 10 по Москве, то есть, соответственно, у вас 14. А, 4... Хотя бы, то есть, да, ты хотя бы будет на связи. А, ну, нормально. Звонит, ну хорошо, тогда в 14. И, так, да, и давай там этот, если там где-нибудь закинул, ты знаешь, да, этот, интернет проплати. Я проплачу, у меня останется, я проплачу интернет, у меня останется 300 рублей где-то еще. Ну нормально. Еще закинул. Я деньги на край, ну, смотри, сколько там этот холст, краски стоит. Хорошо, я... Короче, давай, у тебя, чего, у тебя этот, телефон какой, у тебя там смартфон или что? У меня Android. Ну, Android, почему этот у тебя на WhatsApp там не работает? Да я не знаю почему, он потому что старый, но я попробую снова с тобой связаться. А, давай, там не получится снова, там симка, там только на одно может. Я не знаю, что он так плохо работает, короче. Короче, у тебя... Нет, я к чему говорю? У тебя... Это, ну, у тебя там интернет есть, у тебя роутер с Wi-Fi стоит. Да. А и это... Все, и там на Wi-Fi его зацепишь, и там так же мы пообщаемся. А то мы с тобой общаемся через телефон твоей мамы. Это, ну... ну да, ну потому что у нее оплаченный интернет на телефоне, и связь нормальная как-то. А у меня почему-то... Да потому что через Wi-Fi он сейчас здесь в квартире работает. У тебя же интернет здесь есть? У меня здесь нет. У меня на телефоне моей мамы вот сейчас оплаченный интернет, и он как бы раздает... Да и подожди, и что ты хочешь сказать, что у вас здесь сейчас интернета нету? Роутер не стоит? Роутер не стоит, нет. Wi-Fi. Нет, только вот телефон оплаченный, я с него Wi-Fi раздаю, с него по Bluetooth раздаю... Ну, качество офигенное, я думал, что это Wi-Fi. Да уж. Ладно. Короче, я не знаю, что такое. Да, все там проплачивают, чтобы это... Ты можешь через Wi-Fi... Wi-Fi у меня дома стоит. Но я могу... Wi-Fi сетку, да, на Wi-Fi сетку зацепиться и также с WhatsApp позвонить. Да. Да я попробую сегодня позвонить сейчас. Пойду все, домой. Давай, чтобы быть... Напишу на твой, у тебя что там ответит, ну. Да, и скинь мне эти фотографии рисунков, я их перекину в группу там по готике. Похоже, есть хорошие рисунки на готику там. Зайдет ребятам. Я понял. Так, чего на твоем сейчас? Я тебе пишу. На моем? Да, пишешь. Да. Это... Мой сейчас просто через этот, через мамин, я впервые решил попробовать раздавать как роутер с ее телефона. Я понял. Вот я тебе вчера в 17 часов написал в Москве, ты не ответил. Где у тебя был телефон? Вчера я... А, у меня не было интернета вообще вчера с 1 июня отличился. Еще спал. Ну. Все, короче, давай этот проплачивай интернет, чтобы быть на связи. Ну хорошо. Если там еще подкинул зайду. Вот, и узнай, сколько эти краски стоят с этим смартфоном. Хорошо. Я понял. А блин, давай забирай мне сотовый. Сколько можно болтать? На. Все. Все, пообщались, давай, я тебе на твой этот картину еще посмотрю, с кем какие сам. Да, да, понял. И по пейзажу надо было. Ну все, давай на связи скину. Давай. Все. Саша, иди собирайся за деньгами, за картой. Да, сейчас. И за сметаной. Или только больше.
адекватная поддержка. Короче, обстановка не очень располагающая к творчеству. Так когда русский человек начинает что-то рисовать, я, вот вы можете заметить себя, вот попробуйте что-нибудь созидать, начать, допустим. На вас сразу накинутся родители, начнут осуждать там. А когда не русский человек, а кое-кто другой начинает что-то рисовать, его с детства приучают к этому всему. И говорят, ты выше всех, ты избранный. А русским людям говорят, иди давай, давай, пошел, пошел, пошел давай, несись. Понимаешь? Примерно так происходит, мне кажется, во многих семьях. Че рисовал? Какая-то бабка там, я слышал, когда я рисовал. На площади как-то в 2013-м бабулька там, она не Гитлер, она не Гитлер, бабушка не Гитлер, не, она прям противоположность Гитлеру. Она говорила своей дочке или кто там мелками рисовала, она говорила: небо не может быть зеленым, это не может быть таким цветом. Рисуй таким цветом, а это таким цветом, а это не может быть таким цветом. Ну, то есть, не Гитлер, бабушка, не Гитлер. Не Гитлер, ни в коем случае. Наверное, она начиталась Mein Kampf, может, я даже не читал. Может, она прочитала, и поэтому по ему руководствовалась, не знаю. Но она прям мощно там... Она бы могла бы написать «Майн Гитлер», «Гитлер Кампф» в стиле искусства. Какое искусство должно быть, а каким не должно быть, блин. Ну, короче, полная дичь. Ну, ты понял. Или нет, не понял. Наверное, не понял, да? Сарказм и... Короче, бабушка говорила дочке, своей внучке, что... Небо не может быть таким. Она запрещала ей воображать и рисовать просто свободно творчеством. Она тоталитарно контролировала ее, как Гитлер. Объясняю для особо, как бы, ну, для тех, кто не понимает, что я хочу донести. Вот такая вот у нас Россия. А про русские семьи что ты начал? Да потому что, блин, не ценят они. Нет ни одного. Я не видел ни одной славянской вообще девушки или парня, который бы интересовался искусством. Я вот лично не видел. Может мне не попадались. А везде так. Быстро, быстро. Сейчас. Что ты ждешь? Кого ты ждешь? Бля, я рисую, бля. Иди давай за сметаной. Быстро. Бля.
Короче, вот такая фигня.